Абдусамат Гамидов встретился с погорельцами и представителями рынка «Дагэлектромаш». На встрече обсудили строительство новых торговых площадей на месте сгоревшего рынка, а также возможность компенсации пострадавшим. Как отметил в Рио главы Кабмина, руководство республики заинтересовано в том, чтобы все пострадавшие вернули свои рабочие места. Обращаясь к руководству столицы, Абдусамат Гамидов подчеркнул, мэрия города должна поддержать предпринимателей и помочь с оформлением всех необходимых документов.